Смотрите, какая красота едет впереди. Сегодня воскресенье, очень много по субботам и воскресеньям вот таких вот машин по городу. Раритетных таких старинных, красивых машин в отличном состоянии просто. Ну, мы уже показывали как-то. Вот еще один. Не совсем красивый, но ретро. Не отреставрированный. Вообще. Одна ржавчина. Ржавчина. Мне кажется, он просто развалится по дороге. Поворотники не работают. Старый. А он рукой, да, показывает, куда поворачивает. И едет ведь им. И не, ну, как сказать, ему без разницы. Вау. То есть менталитет немного другой. Ага. Менталитет. Менталитет. Интересно, я не знала, что в пустыне люди соревнуются, у кого грязнее машина. Это интересно. Но это не все люди, это специфически там. Специфически. Молодые парни, молодежь. По обычных пикапам. С высокой подвеской, да? Там, ты говоришь, курортные места есть, да? Да, закрытые. А. Понятно. А если снимаешь обычный дом, то вокруг тебя кактусы и пустыня. Кактусы и пустыня, окей. Но зато дом там за 800 в месяц. За 800 в месяц дом можно там снять? Да. А чем будешь заниматься? Да, ну сколько доехать до центра? 40 минут, час, больше? 800 800 баксов? 20. А в Джулиан я смотрю, чуть ли не каждый день землетрясения, кстати. Возможно. Ну, такие мелкие. Но в Джулиан тоже хорошие, говорят, такие есть, как это называется. Ну, тоже как курорт, туда ездят туристы, пироги, говорят, там пекут, да, из яблок. Все хорошо. Яблоки там прям растут. Сезон уже прошло. Прошел сезон, да? Здесь можно вот с полей купить клубнику всякую, вот такое, то, что растят, помидоры. Прям можно самим собирать и покупать. Это в Карлсбаде по фривею, по берегу. По какому? По пятому? Да. Карлсбад по пятому фривею. Мы на обратном пути, скорее всего, мимо проедем. О, классно. И в Делмаре тоже растет. Мы сейчас находимся в Сан-Маркос. Сан-Маркос – это север-север города. И вот это тоже, как оказалось, жилье для малоимущих. Ну, low income, с низким доходом. Для людей с низким доходом. На вот этих счетах белых фильмы? На
Они играли в фильмы раньше. Фильмы, да, показывали. Это было раньше, говоришь, это как кинотеатр, да? Да. А сейчас там ярмарка, а что ты на этой ярмарке это продаешь? Ну, всякую ерунду. Всякую ерунду. Ну, фрукты, овощи или нет, одежда? Нет, скорее всего, вещи. Вещи? Да он пошел в этот, в Росс и купил всего, что надо. Не знаю, наверное, всякие там китайские штучки. Chinese what? Some sort of like Chinese junk. What? You know, like you go to these swap meets. What are you talking about? What? Get like... How long has it been since you've been to a swap meet? Well, I'm just another one in Spring Valley and it's... Sell stuff at the swap meet. Вот этот бывший кинотеатр. Вот эти стойки, на них показывали фильмы. Показывают. Раньше. Сейчас там ярмарка. Ух ты, а вот этот прям близко щит получается. Весь ободранный. Это Виста, да? Oceanside. Oceanside. There's this thing. Okay. Yeah. I remember that I was with, где Кайл? Это Макдональдс самый крутой в городе. В нашем районе Кармел Валли. Надо запомнить, сходить туда. Внутри, говоришь, красиво, да? Да. Портреты, кожаное сиденье. Вау. Кожаное сиденье. Is that chandelier? No. Портреты, portraits. Oh, portraits. Также задолго до того, как Wi-Fi появился в других Макдональдсах, этот уже имел. Как-нибудь сходим туда. Это Плаза, кстати, много там магазинов. 3 мили, говоришь, от нас, да? Сейчас я запишу локейшн. А сейчас немножко поснимаем вам Кармел Валли, наш район. Школ? Да. High school? Да. Это Торре Пайнс High School. Тоже в нашем районе. Наверное, мы к ней будем относиться. Когда девочка подрастет, наверное, это к нашей эре относится школа, да? Но к тому времени может... Да, мы переедем. И вообще разрастет настолько этот район, что... школа и все подряд. В твоем районе все как грибы строятся. Как грибы, да? Растут как грибы дома. Это самый дорогой район Сан-Диего. Кармел Валли самый дорогой район? В городе Сан-Диего. А, в городе именно, не каунти, да? Да. Как почтовый индекс, он самый дорогой. Ну, ничего себе, мы в каком районе живем, оказывается. Да. If you go by zip code, this is the most expensive zip code in the city of San Diego. Да. А каунти это уже считается там всякие, да? Ранчо Санта-Фе. Ранчо Санта-Фе это уже не Сан-Диего, просто он дорогой, но...
как-то, блин, не относится к, да, к как городу. Я поняла. Но им от этого лучше, ведь они платят большие налоги, но, например, налоги тут, городские, уходят на ремонт дорог по всему городу, не только в своем районе. А если маленький городок, то они ремонтируют только свои дороги за счет своих денег. Да, интересно. Если у тебя деньги, пожалуйста. Платно можно ходить в любую школу, да? А если бесплатно, я просто знаю, что по привязке к адресу нужно. Это озеро Бауэй, да? Там... Нет, это искусственное озеро. Там утки, рыбы, черепахи. Черепахи даже? Огромные такие черепахи. Ничего себе. Я не видела здесь еще черепах. Посмотрите, какая красота у нас. Зацвели деревья в феврале. Все в белом цвету. Очень красиво. Белые такие цветочки. Они прямо издалека такие прям белые-белые деревья стоят. На фоне голубого неба. Класс. Темновато, наверное, видео. Ну вот, наш выходной, воскресенье подходит к концу. 8 вечера уже, мы поедем домой. И еще, может, что-то дома поделаем, поиграем с Евочкой, может, фильм посмотрим. А наш друг-американец сказал сегодня мне, что Palm Springs, недалеко от нас, от Сан-Диего, там сейчас находится Барак Обама, играет в гольф. И уже, ну, каждый год он так на этот праздник приезжает. Завтра просто государственный праздник в Америке, в понедельник, День президентов. И вот он у нас здесь отдыхает, президент США. Все, всем пока, всем хорошего настроения, бай-бай. Всем счастливо!